Так, цікаво, що з цього всього вийде, і про це зараз будемо розмірковувати із депутатом округу Рок від штату Вісконсин, ведучий ютуб-каналу Рашкін Репорт. Юрій Рашкін долучається до нашого ефіру. Наші вітання, добрий день вам, пане Юрію, дякуємо, що знайшли можливість і час. Всегда рад, и когда вы произносите мою фамилию, мне иногда просто становится даже неудобно. Но тем не менее, благодарю вас, всегда рад за приглашение. Слава Украине! Героям слава. Отже, давайте виштовхуватися від дуже цікавої статті в виданні «Вашингтон-Пост». Пишуть журналісти, що план перемоги президента Володимира Зеленського не знайшов відгуку в Білому домі. За вашими міркуваннями, чи може змінитися ця ситуація, ну, до прикладу, наступного тижня? Чи буде в цьому плані показовою зустріч Байдена, Шольца, Стармера і Макрона, ну і після цього засідання контактної групи «Рамштайн»? Я думаю, что сейчас в Соединенных Штатах главное – это выборы. И все остальное переходит на не то чтобы задний план, но это становится таким вопросом, как это может повлиять на выборы. Хорошо ли это для выборов, плохо это для выборов. И те вещи, которые нельзя контролировать, вот с ними приходится работать, и такие кризисы приходится решать. И мы видим, что администрация Байдена достаточно уверенно это делает, закончив забастовку грузчиков портов, которые могли нанести невероятный ущерб по экономике Соединенных Штатов. И вот здесь мы видим, что администрация Байдена очень эффективно за несколько дней, за пару дней закончила такую невероятно опасную для нашей экономики забастовку, потому что это могло бы повлиять на выборы. Сейчас то, что сделал Зеленский, его... И мне кажется, что в Рамштайне намного правильнее для него место для обсуждения плана победы, потому что для Соединенных Штатов, если бы не было Дональда Трампа, и можно было нормально заниматься внешней политикой, не боясь, что она будет политизирована, то можно было бы более открыто, ну, я не знаю, каким еще более открытым образом. И так Камала Харрис и так сказала, что она поддерживает победу Украины. Но могут Гаразд, быть какие-то... Пане Юрію, тоді я одразу тут уточню, чи не складається враження в такому разі, що Байден не хоче за своєї каденції приймати відповідні рішення, і цю відповідальність хоче перекласти уже на майбутню адміністрацію, якою би вона не була? Я думаю, что Байден как раз очень даже может принять очень важные решения, не передавая груз этих решений другим администрациям, а как бы только ответственность за их выполнение. Поэтому мне кажется, что здесь хорошее окно возможностей для Байдена после 5 ноября. До 5 ноября пусть Рамштайн разбирается и решает технические проблемы о том, как доставить больше помощи Украине. Мне кажется, что для этих людей намного более важно увидеть, что у Украины есть план победы, потому что эти люди из Рамштайна возвращаются обратно к своим правительствам и должны говорить, что у нас есть успех, есть продвижение, у Украины есть план. Это очень важно в этой ситуации. Для выборов в Соединенных Штатах это было как-то неожиданно, и я понимаю, что там, ну, просто не может быть такой же оценки, как она должна быть в Рамштайне, потому что Рамштайн — это больше по адресу, кто должен видеть такое и реагировать на это. А у Байдена и у Харрис совсем другие миссии и задачи. Для Байдена он пытался и пытается сплотить нашу страну после того, что с ней сделал Трамп. А Харрис нужно показать, что она не слабая, что она очень сильная. Поэтому для нее демонстрировать свои, так сказать, политические военные мышцы будет намного важнее, чем это было и есть для Байдена. И тем не менее, Байден, я думаю, готов принять сильные решения. И после выборов, я думаю, мы услышим о очень серьезных решениях. Возможно, решения были приняты до, как, например, куда наносить разрешение, запрет на оружие, на бить по дальним дистанциям. Возможно, это решение уже принято было. Возможно, мы просто о нем не знаем. It's okay. Это нормально, поскольку война. Но громких заявлений от Соединенных Штатов до выборов я просто не ожидаю, кроме общей поддержки, которая очень правильно говорит Камала Харрис, говорит, что она будет и что она поддерживает и хочет видеть победу Украины, в отличие от Дональда Трампа, который не может даже признать, что победа Украины – это в интересах Соединенных Штатов. Якщо ви говорите про те, що вигідніше план перемоги представляти саме на засіданні Рамштайн, то чи немає загалом такого враження, що рішення Рамштайну все одно так чи інакше залежить від рішення Сполучених Штатів Америки, в даному випадку конкретно від Джозефа Байдена, і воно так само буде затягуватися до листопада, і ось 12 жовтня ми не побачимо якоїсь конкретики?
Мне кажется, что все-таки нужно понимать, кто находится на Рамштайне и кто находится в Белом доме, и какая разница между политиками, которых избирают, которые принимают решения, за которые они несут ответственность, в отличие от министров, которые выполняют технические и логистические вопросы, решают, сколько у них есть вооружений, сколько они могут дать, что им нужно. Вот эти вопросы, это не то, чем должен заниматься президент. Президент должен давать направление. И за это направление он будет нести ответственность. Байдену теперь проще, потому что, что бы он ни сделал, он не несет ответственность, кроме как историческую, и кроме как он может навредить Камале Харрис выиграть выборы. И его историческое, как мы будем помнить о Джозефе Байдене, зависит от того, если Камала Харрис победит. Если Камала Харрис побеждает, то Джо Байден был успешным президентом, и мы будем увидеть еще 4 или 8 лет поддержки, постоянной поддержки от США, и означает поддержки от европейских союзников, от Рамштайна, и где будут решаться технические вопросы. А если к власти приходит Дональд Трамп, то все договоренности, все эти Рамштайны будут проходить как минимум без Соединенных Штатов, и непонятно, сколько они будут продолжаться. Поэтому в Соединенных Штатах видение очень конкретное, что вместо того, чтобы обсуждать какие-то именно специфические уровни помощи, сейчас для нас очень важно зафиксировать, вы поддерживаете Украину или нет, Крым наш или не Крым наш. Вот это сейчас для нас намного более фундаментально, чем какие именно детали этого процесса. Пане Юрію, тоді виникає одразу логічне питання. Якщо уже в Сполучених Штатах Америки побачили план перемоги Володимира Зеленського, до нього поставилися так доволі прохолодно, основна відповідальність і рішення перекладаються на засідання Рамштайну, то навіщо тоді українська делегація зараз їде до Сполучених Штатів Америки для того, аби обговорювати покроково деталі ось цього самого плану? Там і глава Генштабу Баргелевич, і віце-прем'єрка нашого уряду. Який в цьому сенс? В этом плане перемоги много разных пунктов, которые нужно выполнять другим, которые нужно выполнять всем, которые говорят о том, что Украину нужно вооружить, и говорит и о будущем Украины. Это, с одной стороны, очень, как сказать, comprehensive, потому что такой всевключающий план видения большого, что очень важно. А с другой стороны, просто время его, мне кажется, и детали. Некоторым людям нужны определенные детали, некоторым людям они усложняют картинку. Когда Камала Харрис выступала по поводу Украины и говорила, что мы поддерживаем, чтобы Украина получила обратно суверенные земли, то публика даже не понимала до конца, что это такое. Поэтому в каком-то смысле, а когда она сказала «Мы за свободу», публика закричала «Ура!». То есть мы сейчас работаем на намного более фундаментальном, базовом уровне понимания ситуации, чем то, где находятся украинцы. Потому что украинцы, конечно, живут в этой реальности всю жизнь. Поэтому для Соединенных Штатов мы, тем не менее, должны понимать, что мы за союзников, что союзники работают вместе для того, чтобы помочь Украине противостоять российской угрозе. И вот эти все пункты должны оставаться и продвигаться вперед на разных площадках, в разных вариантах, но в принципе это хорошо, что есть движение вперед, что есть видение будущего и понимание того, что у Украины есть будущее, Украина видит свое будущее. Не просто Украина не Россия, а Украина это может быть успех, это страна, которая будет вооружена, которая будет частью Запада, с которой будут уже считаются западные политики, потому что Украина играет такую важную роль. Просто вот направление этого, мне кажется, очень важно, и Рамштайн правильное место для опубликования такого плана и обсуждения деталей, именно потому что там люди, которые обсуждают детали такого плана. Пане Юрію, я виписала вашу цитату «Україна бачить своє майбутнє», ви сказали. Від неї хочу і відштовхнутись. А чи бачить це майбутнє так само, як бачимо ми його, саме Сполучені Штати Америки? Тому що довгий час в США була стратегія «Росія не має перемогти, а Україна не має програти». Зараз цей підхід, він змінюється, і чи не можна стверджувати, що ось під час останнього візиту Володимира Зеленського нам виділили черговий пакет допомоги на 8 мільярдів доларів, як якийсь компенсаторний механізм того, що рішення по ударах далекобійною зброєю все-таки поки не прийняте?
Я думаю, что в Соединенных Штатах и на Западе постепенно приходит понимание, что даже не то, того, что Россия не проиграет или не выиграет, а Украина не победит и не проиграет, мне кажется, что мы слегка переходим в другую, следующую реальность, в которой не только Украина должна победить, но Россия должна проиграть. Потому что Россия доказывает раз за разом, что пока она не проиграет, она будет вредить. И это то, что они сейчас делают на наших американских выборах. Когда они платят инфлюенсерам, республиканам, которые говорят, работают на республиканскую, на консервативную публику, сотни тысяч долларов для того, чтобы они продолжали делать какие-то ролики, которые проталкивают кремлевскую линию. Поэтому мы сейчас уже находимся в такой ситуации, когда Украина должна победить и Россия должна проиграть. Что это означает? Какие будут последствия? Насколько Россия развалится после этого? Насколько Россия не развалится после этого? Наши аналитики говорят о том, что мы ошибались. Мы ошибались, когда мы думали о том, что будет делать Россия и то, что будет делать Украина. Поэтому почему бы мы не можем ошибаться о других вещах? Это вот то, чего добился Владимир Путин своей ужасной политикой. Теперь люди сомневаются вообще во всем, насколько ядерная угроза от России является реальной, и насколько об этом нужно думать. Вот эти все вопросы теперь существуют по поводу Владимира Путина. Единственное, что за последний год, и вот именно сегодня, мне кажется, нужно отметить, что год, как мы живем в еще новой, другой реальности после катастрофы, которая произошла 7 октября в Израиле, и это заняло и забрало внимание у мира целиком от того, что происходило в Украине, как главную катастрофу наших дней. И теперь мы видим, что эта катастрофа еще происходит на Ближнем Востоке. Израиль решает эту проблему как может. Но то, что теперь мы смотрим не только на Украину, а еще и на Ближний Восток, это говорит о том, что у Владимира Путина в этом смысле был очень неплохой год. Поэтому наша задача, чтобы следующий год был его последним, потому что Путин должен сдохнуть до утра. Мы только не знаем, какое утро и когда это произойдет, друзья. Пане Юрію, але якщо вже згадувати Близький Схід, то ми в Україні прекрасно розуміємо, що Ізраїль набагато ближчий стратегічний партнер для Сполучених Штатів Америки, ніж Україна. І Сполучені Штати Америки і низка інших союзників допомагають збивати зброю, яку випускають держави-агресори, яка летить на територію Ізраїля. В нас такої допомоги зараз немає. Ну, извините, потому что нельзя сказать, чтобы у Израиля сейчас был полный карт-бланш по поводу того, что они могут наносить удары по Ирану с точки зрения, ну, скажем, американского главного союзника Израиля, потому что Байден вроде бы уже обозначил, что нельзя бить туда, нельзя бить сюда. Поэтому, пожалуйста, Израиль работает вот тоже в рамках, оказывается, и Израилю тоже нельзя что-то делать. Но, опять же, это говорит о том, что Израилю нужно много оружия, и мы должны дать Израилю ту помощь, которую мы должны и обязаны дать Израилю, как нашему главному союзнику. Ну и, в принципе, мы должны дать всю помощь Украине. Но выясняется, что когда Израилю нужно очень много, и Украине тоже нужно, то теперь у нас проблемы с тем, что это все нужно сделать. У нас есть ресурсы, у нас есть возможности, но это занимает время. И это означает, что наши те, кто должны заниматься логистикой, опять же, должны работать с нашими союзниками, чтобы они помогали, они включались. Это требует Рамштайна. Вся вот тот мир, в котором мы сейчас живем, мы видим, как авторитарные лидеры работают вместе. И демократиям тоже нужно работать вместе. Авторитарные лидеры, опять же, Запад ошибался. Они думали, что коммунисты не смогут работать с кем? Могут. Выяснилось, что все диктаторы работают с диктаторами без проблем. А вот в демократии проблемы, потому что демократии там недовольны, довольны, выступают, требуют друг от друга чего-то. Хотя на самом деле демократии это мы вместе против авторитарных стран. И вот это понимание должно произойти. Израиль должен более активно поддерживать Украину. И понимание этого, мне кажется, должно прийти быстрее, и чем быстрее, тем лучше. Дякуємо, пане Юрію. Тут мусимо ставити крапочку. Обмеження ми в часі. Вам дякуємо за ваше бачення цих процесів, за те, що допомогли подивитися, так би мовити, зсередини, і за те, що долучились до нас. Юрій Рашкін, депутат округу РУК штату Вісконсин, ведучий ютуб-каналу Рашкін Репорт, був із нами на зв'язку.